О, вот так, БМВ битая в жопу. Дима Перекуп торгует очень честно. Блин, клиенты уже в офисе. Подождите, подождите. Мне нужно сходить за пивком. А, дай сюда. О, вот это следы Димки Перекупа. О, нет, поехали. Скорее. Нет, подождите. Молодые драйверы с Манвером. Йоу, здравствуйте всем, это продолжение приключений Димки Перекупа, как вы могли понять из одноименной вывески. Особо внимательные ребята могли заметить, что сумма у меня в кармашке увеличилась. Я просто немножечко сгамблил, беспалил, ну, я выиграл. Сегодня такой замечательный день, чтобы устроить перепук еще одного автомобиля, именно перепук. Сейчас мы отправляемся на... Погнали на автомобильный рынок? У меня котлетка-то вообще прямо плотная сейчас. BMW сколько? 77, а у меня 78, я только залетел и это сразу же будет BMW на продажу, вообще пофиг, пофиг на состояние торговаться а, 73 тысячи, поздравляю машина твоя, ебать, yeah, еб... Yeah, я только зашел, у меня уже BMW, что? <coughs> Калифорния, номера какие-то кривые, надо нормальные номера, ну Миша Ой, сейчас там бродяга обзавидуется. Заводи двигатель. Болит, поехал. Ой, 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 смотрите, на спидаке М написано. Это, походу, с Алиэкспресса заказали. Ща навалю. Вторая. Главное не разбиться. Ё-моё, ё-моё, даем угла. <свист> Смотри-ка, что делает-то. Беха, давайте-ка сначала раскочегарим ее как следует. Закись есть? Нету закиси. Третья передача пошла. Вот ты посмотри. Ой-ой-ой, походу не ждите меня сегодня дома. Ой ой, ой, ой. Походу надо к Михасику ехать сразу же. Ой, ой, ой слишком меня куда-то в поля Windows XP откатало. Блин, а где здесь ручник? Здесь нет ручника. Уху! Блин. Вот так вот перекуп Димка сначала наваливает на машине, уничтожает ее просто в хламину. Ой-ой-ой, слишком жестко уничтожили потом делаем ремонтик у Миши и продаем ее какому-нибудь, э, спихиваем ее какому-нибудь ложпеху. Миха, Миха, здорово, Миха, доброе утро, как у тебя дела? Миха такой, вай, бряд, где такую взял? Да Миха, ты посмотри, тут что-то с бензобаком, по-моему, не то. Его что, каким-то пакетом заклеили или скотчем? Что это за херня? Давай твои диагнозы, ё я эту машину расхлестал, она еще и крашеная. Ну-ка, Миша, подними, я тоже снизу посмотрю. М -м, слушай, нифига, у нее поддончик неплохой, да? прям во всю длину. Миха аж утонул там. А ты... Еще раз у меня мусор накидаешь, Джонни. Я за себя не отвечаю, реально. Ребята, как вы знаете, в стиме полным ходом идет летняя распродажа, но вы не знаете, как пополнить баланс своего аккаунта. О, нет, я не знаю. А для этого есть специальный сервис steamkupikod.com, с помощью него вы можете легко, быстро и безопасно пополнить баланс своего аккаунта. Данный сервис имеет самую низкую комиссию на рынке, а по моему промокоду MANOVER стоимость пополнения вашего баланса будет 16%. Торопитесь, действия промокода ограничены. Допустим, я хочу пополнить баланс своего аккаунта MONVER, вот сколько у меня тут, 1600 тенге находится. Все, что вам нужно для пополнения, это указать свой логин в Steam, выбрать валюту, которая придет вам на аккаунт, в моем случае это тенге, применить мой промокод МАНОВЕР, а также пополнить. И баланс на моем стиме реально пополнился. Ого, ничего себе. Кроме того, если вы залогините сервис через ВК или Телеграм, вы получите бонус 50 рублей, а также 2% кэшбэк с каждого пополнения. Ссылку на сервис steamcupicode.com я оставлю в описании. Промокод МАНОВЕР. Всем удачи. А вот это что за помойщик? Ну-ка, пойдем сходим, посмотрим. Какой-то толстый дед, о, у него тут рули валяются. Ни хрена себе. Руль спер. Еще руль спер. Так они тебе все равно не нужны, дядя. Три металлолома было продано. <laughs> Че за ленивый цыган, который пьет? Я у него просто на его же помойке шарюсь и ему же продаю. Не, ну ты парень, конечно, fucking джипси. Сделано, Миха. Как новая бред. Чем мы на нее поставим? Дрифт комплект, может, или гоночный комплект на нее поставим? Давай гоночный. Блин, она увеличилась в размерах. Опять этот электрик творит какие-то чудеса. Нужны очень жесточайшие фары в розовом ц... Нифига себе. и на... на номерах будет написано «Навали». Навали, хавай. Так, сейчас мы еще литье себе в знатное какое-нибудь. Так-то я бы ее вообще не продавала, себе бы оставил. Вот это, по-моему, BMW-шные колеса, вот у нее там синие. А, денег-то нету, пацаны. Пацаны, подогрейте рублем кто-нибудь. Во, давайте цвета жвачки вот это вот. Это голубенькое. Скажешь, скажет, а, Димка, под себя машину. Чё, прикалываетесь? Чё, как вам такое? е вот это, да? На солнце-то она знатно выглядит. Это она еще не протертая. Я ее сейчас протру, это мы ее поверх грязи выкрасили. Блин, реально живая, бех это. Могли мне спихнуть какое-то дерьмо. Эта девочка, походу, реально сама ездила. Просто перекупская движуха, подкрепленная наглыми гамблерами, которые хотели меня обобрать, но в итоге кто теперь на коне, пацаны, походу слишком плотно покрасили вместе с грязью. Сейчас какой-то пиджак придет, скажет, а че она крашеная, бита, нихера не крашеная, нормальная. Ну этот скотч на бензобаке так и оставим. Ну это просто на перекраску, когда машину везешь, чтобы краску подобрать, надо этот лючок бензобака давать, чтобы по нему краску новую создавали. Ремень безопасности с памятью. Вон, он запомнил, как Димка перекуп сидела у нас это. Аж воспрял. Походу, слишком припотел и ремень встал колом. Как и у меня на этот автомобиль. Во-первых, номер навали. И вот эта функция... Ремень с памятью, отлично 73 тысячи цена покупки Ну, как вы знаете, я наценяю знатно Поэтому 105 тысяч Стой, 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 надо написать Это же BMW Ве, брат, каждому не продам. Пойдем поспим. Результат минус 73 тысячи за сегодня. Ну ничего, сегодня минус 70, завтра плюс 700, нормально. Блин, там клиенты в офисе. Ничего подождут. Автомобиль слишком элитный. Сейчас я сначала пивка затарю. Пиво, дай. Я еще подумаю, продавать ему или нет. Сейчас я посмотрю на клиентов, как они выглядят. Так, я смотрю, вы что тут бродяги собрались? Вот этот я сразу вижу. Ты что тут нам... Это вот этот бродяга намусорил. Какого хрена вы тут разбросали? Портите имидж. Не, ну вот этот вообще какой-то говнарь. Это хорхе какой-то. Так, ну что, парни, автомобильчик решили прикупить у Димы Перекупа? Ну вы в пиджаке? Это, блин, это реально ваше право купить этот автомобиль первым. Если вы его покупаете, мы прольем это пиво прямо на капот. Согласны? Че ты оскалялся? <laughs> Че у него там? <laughs> Прикус какой-то странный. <laughs> Здорово, чувак, да она как новая. Я собираюсь уйти. Это справедливая цена, я куплю ее. Поздравляю с хорошей сделкой. Ни хрена себе, бродяга, гуляй. Чё, BMW хотел купить себе? А ты вообще на что надеялся? Блин, парень аж со стыда исчез касты. Нифига, Бэха как с куста отлетела. 108 тысяч, у нас уже шестизначная цифра на кармане. Это значит, мы отправляемся нон-стопом на автомобильный рынок. Здесь какие-то знатные пацаны. В смысле? По-моему, рынок заскамился, его закрыли. Так, едем на район. Минивены, это мы по такому не работаем. Это вообще дерьмо себя, оставь. Volkswagen Жук, не Девочка, не работаем по такому. Грузовые автомобили. Грузовые автомобили будут продавать мои конкуренты из э, центра Топ Кар Хер, если вы понимаете, о чем. Я. я по такому дерьму не работаю. Если хотите, грузовик, идите к ним. А Дима перекуп нормальными машинами занимается. Давай сюда свою битую бэху. Ее можно даже не проверять, она будет битая 100% 82 года. Все, за 11 купил это дерьмо. Так, сейчас мы допьем. Ни в коем случае дома это не повторяйте. Че тут у нас? Димон! Она еще пошустрее едет, чем та бэха, которую я за 105 косарей продал. Сейчас мы ее к Михе сразу же загоняем. Е-ма! ой Вот такую корчевозку я хотел в реальной жизни купить, но потом я что-то окстился и понял, что купишь ее! И она у тебя в руках просто сломается, это корчины. Так, Миша, это тотал? Можешь даже за меня не говорить. Сделай, пожалуйста, чтобы было, ну, конфетный вид хотя бы был. Надо, Миха, я пойду это, чтобы меня на солнышке как следует подразморило. Ой, я только вышел. Что-то поволокло меня как следует. Это, парни, я вас тут отолью в эту... Сюда, чисто плотный РП. Расстегнул штаны, нассал. Вот это, я прямо вижу, что она белого цвета должна быть, вот это BMW. Покрась, пожалуйста, в белый мне, дядь. Кто это там стоит? Что это за чел с руками? А, это я стою. Ни хрена какой я страшный. Вот так эта машина и должна выглядеть. Так у нас аукцион в час дня открылся. Погнали это, запарковываем. Я говорю, у нас два лота сегодня. Смотрите там, парни, если кто-то захочет спереть, свистните меня. На 96 косарей-то я сейчас вообще залечу. Так они там уже разыгрывают. Вот, аудюха, купеха. Ой, тетеха. Крутите ценник, петухи. Я перебиваю. Перебейте только мою ставочку. Кто перебивает? Я играю здесь. У меня денег достать. Какая флора? Иди в задницу. Монвер, Минвер перебивает ставку. Блин, я вас сейчас кирпичом забью. Кто тут перебивает ставки? Давай. Я забрал. Дядя, видал, что я забрал? Передай своим в эту в свою авиаторскую. Все, заряжай вертолет и едь уже отсюда. Ну, посмотрите, что я купил. Ауди ТТХ. Димка в черном купе Ауди ТТ. Погодите, там, там какая-то могила. Кто-то умер, по-моему. Кто-то сдох. Это какой-то проклятый старый дом еще один. Где там тянки из редбара? Они по-любому захотят со мной снова прокатиться. Димка, да! Знаете, как сделаю? Я, я даже в бар заеду прямо. Так, девочки. Видали, купил. Всем барам завидуют. Это такая. А я недавно у него Жигуля купила. И такая губу раскатала. Че ты поедешь со мной? вот этого Хорхи бросайте, он у меня Бэху хотел купить за 105. По-любому бы торганулся еще, Лашпек. Не общайтесь с ним. Че, этот гамблер уже потихоньку спивается? И этот парень уже спился, они видят мои успехи и начинают спиваться. Бродяга даже побирается прямо в гамблерском отделе. Пожалуйста, бродяга, я даже ему подкинул. Немецкий автопром и Джонни от зависти опять мне хлама набросал. Пошел отсюда. Блин, ну вот эта машина, ее по-любому женщина должна купить какая. Поэтому мы ее сейчас подкрасим, чтобы такой немножечко яркий, женский, чтобы был. Ни хрена себе, что-то с ней явно не так, по-моему, битье. Э, что я купил? Вы что мне продали на аукционе на своем дырявом? Миха, Миха, выручай. С автомобилем все в порядке? Что это за грязь? Она не оттирается? О, вот так, BMW битая в жопу. Дима Перекуп торгует очень честно. Выставили на продажу и можем стоять теперь поплевывать просто. Блин, пивка нету опять, да что такое-то? Блин, ну и грязная машина. Ну это походу бак какой-то, я не знаю. Может у меня тряпка с камнями была, нахрена я ее так натер. Блин, клиенты уже в офисе. Подождите, подождите, мне нужно сходить за пивком. А, дай сюда. О, вот это следы Димки перекупа. Запахло клиентами. Во, уже женщина пришла. Запала на ТТху. Две даже женщины. Ни хрена, эта машина просто магнит для баб. Эти бабы просто запали на эту тачку. Че, будете драться, а? Видали? Это не грязь. Это комплектация. Вот, парень, давай, ты должен купить. Я прямо вижу по твоей притче. Цена разумная, я куплю ее. Красавчик! С молотка. Пошли отсюда. Кепочку напялил острый козырек. Иди подстригись. Черт. Мойте, давай, давай, давай. Меня тоже помойте, а то я в контейнере жил уже три месяца, меня никто не мыл. Пеной, пеночкой, пенкой залейте меня как следует. Слушайте, не отмывается эта херня? Типа ты помыл, да? Он реально отмыл. Просто посмотрите, цвет лимончик. Сейчас какая-нибудь тянка придет и полимонит на эту машину. Так, девочка, не отходите от кассы. Не обращайте внимания, это я на своей приехал. Это не значит, что я продаю этот автомобиль. 44 она хочет купить. Да ты охренела? Ну чё, Джонни, опять ты мне мусор накидываешь? Вон там, он видишь? Мешки валяются. Погоди, там женщина какая-то, клиенты в офисе. Сколько? Давай, давай, давай. Сколько, сколько? 31? Иди в жопу. А это, походу, вот эти бабы всю свою семью подтянули, чтобы мне цену сбить. Типа она мне сначала предложила 44, я отказался. И она отправила всех своих родственников, чтобы они по 39 у меня предлагали купить. И я такой, чтобы обратно к той бабе вернулся, забирайте за 44. Я знаю эти приемчики. Вот это реально теперь можно молодых тянок снимать на этой машине ездить. Давайте уже договоримся, у меня эта машина уже мусором обросла. Все, сделка отличная. Ушла аудюха. Что у нас тут офис-то может быть? Прокачаем немножко декорации. Ух ты, плиточка? Нифига, закатайте мне в плиточку. Во, во, вот эти обои не встык. Вообще нормально. Ммм, просто мечта перфекциониста. Отлично. У меня теперь каждый день будет истерика в этом офисе. Я специально купил такие обои. Посмотрите, у меня теперь автомобили не просто на земле стоят, а на плиточке. Это показывает, насколько я забочусь о своих ведрах. Опа! Родилась девочка. Задрика хочет сутенерскую купить машинку. Что же ты будешь на ней делать? Че уже с ногами не так? Она уже сытся кипятком от счастья, она хочет купить. Еще одна баба, вы че спохватились? У тебя деньги-то есть хоть на нее? Блин, вы че переодеваетесь или че? Это одна и та же женщина приходит за покупкой. 93 с половиной. Ну это чисто на пивко, чтобы было. Она купила. У меня 124 косаря. Е-бой! А чтобы отпраздновать победы, идем гамблить. А эти парни, разогревайте стол. Чувствуете, победителя уже заходят сюда. Что за бичи играть? Я с ними не буду играть. Вот с вот этими уважаемыми лицами на двадцатку разогретый стол. Давай сразу же полетело десять, еще десять. Давай мне какие три нормальную карту дай мне. Блин, опасно слушать. У этого дебила сейчас десятка выпадет и он выиграет. Блин, что делать? Хватит, будем считать, надеяться на его жадность будем. Балбес. пиво мне бармен просто гамблеры отдыхают. Котлеты просто крутятся. Я бы сейчас бы подлил бы еще этим цветочком. Че, гамблеры, давайте еще одну каточку сыграем. Давай, на 20. 19. Я выиграю, я выиграю. Хватит, хватит. Лох! <laughs> я еще раз выиграл. У меня уже 164 косаря. Такими темпами я уже смогу Рари перепродавать, вы понимаете? Смотри-ка, двадцатка выпала. Ё-моё, давайте. Молодому уже достаточно. Что вы, вы не сможете меня победить? ё у меня уже 184. Эти гамблеры меня начали уважать, походу. Они такие, мы тебя застрелим ночью, сука, в твоем контейнере. В смысле, кто это сказал? Ты мне сказал? Это я буду отбиваться от вас кувалды этой, поняли? Так, мне коробочки парочку дайте, чтобы я деньги мог складывать уже туда.